Выразите невербальными средствами следующее значение. Ваши... Так, не читай, только то, что надо выразить, да. Ваши товарищи должны объяснить словами значение указанного жеста. Итак, открываем тетради и записываем то, что будет изображать Лиза. Можете записать Лиза, а против имени, значит, что она изображает. Тюрьма. Как служба. То есть мы исключительно жестами, то есть невербальным способом, можно мимикой, то есть лицом, можно жестами, но без слов. И остальные должны угадать. Итак, первый сигнал. Она уже показывает? Только, да, она уже показывает, видимо, да. А можно я не первая? Ты первая, да. Ты самая опытная, ты первая. Ну давай, первая. Срази всех. Можно я со второго начну? Можно, ты первая. Спасибо. Да. Ты первая. Начинай. А, со второго, хорошо. А, я понял. Антон, дай шоколадку. Ой, это Лиза. Да нету шоколадки, то мы у меня съели. Она зеленая. Там ну, это обертка. А зачем? Неправда. Подари ей обертку. Нет, ну... Можно не сейчас? Нет, подождите. Она достала. Можно она... не сейчас? Они все достали. Можно не сейчас? Я правда хочу. Они мне тоже достали, но можно не сейчас? Вот, кстати, люди, берите. Второй жест. Второй жест. А вот так, второй жест. Сейчас проморгайте все. Давай. Всем худеть надо. Второй жест. Ульяна проморгала уже? Да. Проморгала. Это был второй. Третий. Да, у меня третьего нет уже. Ну, у тебя первый, значит, ты первый тогда пропустила, да? Ну, смотрите. У тебя это, должен... это тоже жест? Нет, это все разные, получается... Вот, раз, два. Это все разные. Точка с запятой, это означает разные. А, то есть вот это после вот. Точки с запятой, да. Ясно. Понял? Точка с запятой – это разделители жестов. Это первый жест. Все смотрят? Нет. Ира? Нет, это не было первым жестом. Первый жест какой? Еще раз. Повтори, пожалуйста. Так. Ира была занята жвачкой. Я просто задом наперед. Хорошо, не суть. Это не страшно. Так, какой? Первый сейчас? Сейчас первый, на самом деле. Это второй был. Это второй. Ты говорила, что ты... Так, давай еще раз. Первый. Покажи первый. Покажи первый. Первый. Я просто начала задом наперед, чтобы было мне легче. Она усложняет задачу. Первый, короче, по очереди. Второе как? Так, второе. Ну, это тоже понятно. Все, третий. Ну, третий. Подожди. Покажи еще раз. Я вожу. Он придурок. Этот жест означает «Антон придурок». Смотри, что бы мне должен. Итак. Кто что понял? Я, из... Ага, я подойду. Да ёпа лбу, пожалуйста. Да, чего надо? Антон! Ну, короче. Антон! Бери палец. Так. Ну, понял. Отгадываем сразу. Итак, первый жест. Что означает? Ульяна. Позвони мне. Есть разногласия? Позвони. Так, разногласия есть. А мне говорит по телефону. Говорит по телефону, то есть занято, да? Говорит по телефону, то есть занято. Позвони мне. Позвони мне. Согласна? Да, позвони мне. Первый. Согласна. Второй. Второй. Второй жест, что означает? В машине. Я еду и сигналю. То есть у меня отказали тормоза. А где камера? Я просто обычно не пользуюсь жестами во время разговора. Водить машину. Это подходящий перевод жеста? Жестом. Нет. Нет? Мимо, какой да? Правильно. Что это, что это на самом деле? Подвезите меня. Я показываю. Подожди. Ты когда стоишь на дороге, проезжает машина... Надо вообще сделать вот так. Вот так. Ну вообще-то как Ира. На самом деле как Ира. Да. Автостоп! Вообще-то то, что ты показываешь, можно понять, что у тебя что-то случилось. Но явно не то, что ты хочешь. Я подумала, что ты барабанщик. Третий. А третий? А ты третий показывал? Я не показывала третий.
Я не знаю, как его показать. Покажи мне, я покажу. Не-не-не, у тебя свои есть. Да хватит звонить. Ну давай, лезь уже. Сколько можно? Ну давай. У нас еще вторая задача. Я. Почему у меня их есть? Четыре. Ты одаренная, Даша. Для одаренных детей больше. Эх, три. А, понятно, все. Все поняли? Что это за подсказки тут? Все, она ничего не слышала. Я не услышала, повтори. Так, все. Третье. Ира, что показывала Лиза? Мне кажется... Не кажется, говори, что считаешь. Не надо вводных слов. Что она показывала? Я слышу. Она, ей типа надоело это, она пытается кого-то... Да что надоело. Я говорю, да? Я хочу сказать. Ну, Антон был близок. Я говорю, я хочу сказать, это разные вещи. Ну ладно, хорошо. Он был почти... Ввиду того, что все остальные вообще мимо. Итак, задача. Значит, Лиза справилась с задачей великолепно. Ее поняла половина аудитории. О, Женя, давай ты. А я. А ты после Жени. А я. А ты после Антона. А я. Нет. А в конце Даши. А, ну, блин, да после него я. А, так у меня предложение. Понятно, это легко. Что? Что он сказал? Типа он...